Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 113. Найдите число, 1% которого равен 3. Если 1% числа равен 3, то все число 100%, то есть в 100 раз больше. Значит, 3 умножить на 100. А это равно 300. Б. Найдите число, 10% которого равны 40. Раз 10% равны 40, то 1% в 10 раз меньше. То есть 1% равен 40 десятых, или 40 разделить на 10. А само число в 100 раз больше. Все число это 100%. Вычисляем. 40 умножить на 100 и разделить на 10. Можно сократить. 40 и 10 на 10. В знаменателе будет 1. В числителе 4. 4 умножить на 100 будет 400. В. Найдите число, 15% которого равны 30. 15% это 30. Значит, 1% в 15 раз меньше. То есть 30 разделить на 15. Это 1%. А все число в 100 раз больше. Все число это 100%. Вычисляем. 30 умножить на 100 и разделить на 15. 30 и 15 можно сократить на 15. В знаменателе 1, в числителе 2. 2 умножить на 100 будет 200. И Г. 50% которого равны 250. 50% это 250. Значит, 1% в 50 раз меньше. То есть 250 разделить на 50. А все число в 100 раз больше. То есть умножить еще на 100. Получаем 250 умножить на 100 и разделить на 50. 250 разделить на 50 будет 5. 5 умножить на 100 будет 500. Значит, все число 500. А еще можно было таким образом это решить. 50% это половина. 1/2 всего числа. То есть половинка равна 250. Значит, все число в 2 раза больше, равно 500. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.